Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. За нашим обычным человеческим миром скрывается мир волшебства. Два этих мира всегда существовали в гармонии. Хорошего дня! Благодаря могущественной силе солнечного камня и лунного камня. Местонахождение волшебных камней не должно быть раскрыто. Теперь ты должна охранять их, Карли. Да, учитель. Но однажды... Злой волшебник украл книгу, в которой было указано местонахождение волшебного камня. Я хочу один! Я тоже хочу один! Я тоже хочу! Ладно, держите, дети! Кажется, мы на месте. Итак, Караба Карадим Анвейлиум. Вперед. Хорошо. Приключение начинается! Ну, вот мы и приехали. Хорошего вам дня! И тебе, Тайо. Большое спасибо. Готово! С нетерпением жду встречи со своими друзьями. Привет, ребята! Тайо, привет! Я рад, что нашел вас. Давайте уже веселиться. Давай! Руби, ты такой радостный. Что-то хорошее случилось? Вчера мне приснилась настоящая шкатулка с сокровищами. Сокровища? Это, наверное, была коробка с мусором. Ну почему с мусором? А как еще назвать старье, которое ты собираешь? Это не старье. Старье, конечно. А? Уверен, тебе приснилась коробка с мусором. Они просто невыносимы. Ой! Эй, ребята, смотрите! Что это? Кажется, я знаю. Это же НЛО. Пойдем посмотрим. Руги, подожди нас. Что такое? Это надо сфотографировать. Ух ты, посмотрите-ка. Они висят в воздухе. Но как? Ну надо же. Аракана, аракана, Карадион! А почему земля трясется?
Что это? Помогите! Лорд Дио будет доволен. Стойте! Кто это? Так это... Карли? А это еще кто? Они прям как волшебники из кино. Камень солнца наш, уходи! Карли, ты долго не продержишься! Да, надо что-то придумать. Точно. Карли, но ты не можешь! Сплитос, коту! Ребята, что происходит? Скорее же, бегите! Эти четыре автобуса впитали в себя солнечный камень. Взять! Догнать их! Стойте, за ними! Почему они гонятся за нами? Я понятия не имею! Что же нам делать? Давайте разделимся! Ладно! Мы должны поймать их! Куда мне ехать? Эй, ну-ка, стой! Есть! Я сказал, стой! Ой-ой, простите! О, это было близко! Ты попался. Почему это так тихо? Надеюсь, у ребят все в порядке. Поеду их поищу. Ты последний остался. Если ты умный, то сдашься сам. Что вы сделали с моими друзьями? Мои друзья! Но это ужасно! О, нет! А теперь твоя очередь. Лучше тебе не вмешиваться. Мы все равно возьмем этот автобус. А если мы ему поможем? Магическая защита? Вперед, команда! Арестовать их! Есть, сэр! Это еще не конец. Не дайте ему уйти!
Куда они делись? О, нет! Мои друзья! Ты в порядке? Ты не поранился? Нет, я в порядке. А вы кто? Не бойся, мы неплохие ребята. Меня зовут Карли. А меня Бат. А меня зовут Айо. Ты, наверное, в шоке. Видишь ли, мы из волшебного мира. Вы из волшебного мира? Верно. Я капитан Грей. Я ловлю плохих магов и командую силами защиты. Что? Ты сказал плохие маги? Это значит, что мои друзья попали в руки злых волшебников? Боюсь, что так. Но мы должны спасти их сейчас же. Мои друзья в опасности. Не волнуйся, эти злые волшебники не навредят твоим друзьям из-за солнечного камня. Солнечный камень? А что это? Ну, Карли, это... нам нужно вернуться домой, пока люди нас не заметили. Тебя зовут Тайо? Здесь опасно. Идем с нами в волшебный мир, мы защитим тебя. Если я пойду с вами, мы сможем спасти моих друзей? Конечно. Ладно, согласен. Давайте же их спасем. Хорошо. Карли, нам пора. Ты прав. Хорошо. Ух ты! Ну что, готовы? Да! Вперед! В волшебный мир! Решетка не открывается. Почему вы нас здесь заперли? Выпустите нас! Мы хотим домой! Выпустите нас! Прости нас, Лордио! Мы вернемся в мир людей и поймаем этот маленький автобус. В этом нет нужды. Этот маленький автобус сам придет к нам. Он уже почти здесь. Солнечный камень скоро будет принадлежать мне. Луна — отважная маленькая ведьма. Спасибо. Всего хорошего. Поехали. Ух ты! Так вот какой волшебный мир. Он очень отличается от твоего, не так ли? Да. Так значит, мы сейчас будем спасать моих друзей? Не мы. Тебе опасно быть здесь замеченным. Оставь спасение нам, волшебникам и магам. А тебе надо спрятаться, Тайо. Ладно. Карли, я думаю, что нам надо замаскировать Тайо. Тайо, когда мы будем в безопасности, я тебя расколдую. О, хорошо. Трансформоза! Я чемодан на колесиках. Это так странно. Да, но никто не должен знать, что ты из мира людей, Тайо. Тебя не должны поймать. Ладно, я буду осторожен. Карли, может, мы спрячем Тайо у магической защиты? Нет, я знаю место получше. Доверьте это мне. Да, конечно. Ну, я поехал. Отпустите нас! Пожалуйста, выпустите нас! Ну-ка, тише! Пока мы не найдем вашего друга, вы будете здесь! Так что молчите! Тайо!
Это наша школа магии. А? Ух ты! Ну-ка, вы на урок зельеварения. А у вас теория волшебных животных. Идите, идите. Ого, это так круто! Здесь студенты учатся работать в команде с волшебными машинами. Смотри. Минимус – это заклинание, чтобы уменьшить вашего напарника. Хотите попробовать? Да! Минимус! Ух ты! Молодцы, ребята! А теперь заклинание, чтобы увеличить что-нибудь. Максимус! Теперь ваша очередь. Максимус! О, получилось! Так, Максимус! Мисс Вэс, я попробую еще! О, нет, подожди! Максимус! Подожди, я все исправлю! Максимус! 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 Нормали ретурна! Эй, слушай, ты в порядке? С меня хватит, я больше не твой партнер! Нет, постой! А чего ты ожидала, Луна? Когда Луна уже научится? Я не знаю. Учительница. Луна, иди с Бадом, ждите в моем кабинете. Да, мэм. Луна, пойдем. О, нет! Бада! Я же должен теперь скрываться. Эй, Карли! Луна, я знаю, что ты очень стараешься. Но важно ладить со своим напарником. А без напарника никаких уроков. И что же мне делать? Да, надо действовать. А я рассказывал, как впервые встретил Карли. Знаешь... Это смешно. О, нет! Хочешь быть моим напарником? Нет, я в порядке, спасибо. Привет! О, привет! Я волшебница Луна. Хочешь со мной в школу магии? Прости, милая, но он уже занят. Ну ладно, нам пора ехать. Ну хорошо, я не сдамся. Ай, холодно. Это не мой чемоданчик. Он определенно издал звук. Это так странно. Мне щекотно! Ой! Что? Твоих друзей схватили злые маги и ведьмы? Да. А поскольку я сам не волшебник, то не могу пойти и спасти их. Что же это за злые маги и ведьмы? Обыскать сёбы? Голубой автобус будет легко заметить. О нет, это же Луна! Плохие машины, которые забрали моих друзей прямо здесь. Правда? Надо проследить за ними. Таю, я этим займусь. Карли? Что такое, Бад? Я не могу найти Луну. К-
Кажется, она ушла с территории школы. Она опять ищет неприятностей. Карли, а куда делся Тайо? Тайо должен быть... А! Тайо пропал. А это чемоданчик Луны. Может, Луна перепутала и взяла Тайо? Ну, видишь что-нибудь? Ничего. Давай пройдем дальше. Уверена, они повернулись сюда. Думаю, да. Что? Говорящий чемодан. Как забавно. И к тому же он очень похож на автобус. Куда вы дели друзей Тайо? Отпустите их! Малышка довольно смелая. Она отважная. Отберите у нее чемодан. Есть! Вернись! Да что же так? А ну стой! Вы пришли прямо ко мне. Нет! Эй, это мое! Луна, помоги мне! Не надейся. Такая мелкая ведьма, как она, мне не ровня. О, Луна, думай! Нормали, ретурна! Точно! Тай уже на самом деле автобус! Должно сработать! Нормали, ретурна! Я так и знала, что это тот автобус. Присминти! Они здесь! Скорее! Быстро, садись! Ладно! Ух ты! Луна, не знаю как, но я лечу! Ух ты! Тайо, будь моим напарником, изучай со мной магию! Магию? Да! Если ты научишься магии, то сможешь спасти своих друзей! Ну, если так, то я согласен! Да, ура! Я тебе обещаю! Роги, Лани, Джани, потерпите еще чуть-чуть, потому что скоро я спасу вас! Да! Тайо и Луна на первом уроке магии. Что? Ты хочешь поступить в школу магии? Да, я хочу изучать волшебство вместе с Луной. Тайо может быть моим напарником, да? Да, вот только одного его желания недостаточно. Но Тайо сможет, я видела. На него напала ведьма, и он смог дать ей отпор. Правда? Солнечный камень, вероятно, дал Тайо волшебную силу. Обещаю, я буду прилежным. Я буду лучшим напарником в школе. И я тоже обещаю, правда. Я буду хорошо учиться. А это действительно может сработать. Ладно, хорошо. Правда? Ух ты! Однако, вы должны обещать, что не покинете территорию школы. Вам повезло убежать от злодеев в этот раз, но удача не вечна. Нарушите обещание и будете отстранены от занятий навсегда. Хорошо! Тайо! 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 Тайо!
живы? Где же они могут быть? Тайо! Ребята! Я так по вам скучал! Не уходите! Не уходите! Это был просто сон. Держитесь, ребята! Я быстро выучусь магии и спасу вас! Правда? Интересно, а где же Луна? Наверное, не смогла найти напарника. Да кто захочет работать с Луной? Она ходячая неприятность. А вот и нет! Потому что я нашла напарника. Тайо, выходи! Хорошо. Автобус? Серьезно? Автобус-волшебник, неужели? Вот увидишь, он будет справляться даже лучше, чем ты, Мелоди. Итак, ребята, сегодня мы будем учиться поднимать ваших напарников в воздух. Делаем палочкой ветер и... Эйрос! А теперь попробуйте сами. Эйрос! Эйрос! Я еле поднялся. Может, автобус слишком тяжелый для этого? Злодеи ищут солнечный камень. Кто же они такие? Этот символ я знаю. Я где-то видела его раньше. Это капитан Грей, мадам. Войдите. В чем дело, Грей? Эти злые маги и ведьмы, они ищут Тайо. Вы не сможете защитить его сами. Позвольте службе защиты помочь вам в этом. Тайо в безопасности, не волнуйся. Но знаешь что? Помоги мне лучше выяснить, кто такие эти злые ведьмы и маги. Да, как скажете. Я пошел. Интересно, что она задумала? А может быть, Тайо здесь? Нет, автобус не может учиться здесь. Почему не получилось? Ведь вчера же я летал. Да, знаю. Ух ты! Смотрите! Кому это вы радуетесь? Это кто-то знаменитый? Знаменитый? Прошу тебя! О! Азура! Азура! Тайо! Эй! Какими судьбами ты здесь оказался? Я так рад тебя видеть! Да, я тоже! Я слышал про твоих друзей, что их захватили в плен. А, да. Ты не грусти, Тайо. Учительница Карли вызволит их, так что не волнуйся. Да, а я помогу, потому что стану хорошим волшебником. Отлично. Луна, ты будь добра к Тайо. Я уже добра к нему, и это не твое дело. Эй, а знаете, почему-то вы выглядите очень похожими. Луна, моя младшая сестра. Правда? А почему тогда она так плоха в магии? Я плоха? Знаю! Ребята, а теперь давайте попрактикуемся в полетах. Циркуло! Используйте заклинание, чтобы пройти через эти кольца. Ну, кто хочет попробовать первый? Я хочу. Полеты нам с Проди даются легко. Отлично. Тогда Проди и Мелоди будут первыми. Оп! Хоп-хоп-хоп! Хоп! Браво, молодцы!
Ой! Учительница, я пойду! У меня получится лучше, чем у них! Ладно, Луна следующая. Что? Луна и Тайо? Луна, ну, я готов! Ладно! Эйрос! Давай выше! Ух ты! Получилось! Я лечу! Хорошо! Так держать, ребята! Луна, кажется, делает успехи. Да, она и правда молодец. Какие еще успехи? А давай-ка поиграем. Ребят-ребят. Скользкая лягушка! О, что случилось с Тайо? О, нет. Бат, следуй за Тайо. Есть! И вверх! Так им и надо. Броди? Остановись, Тайо! Я хочу, но не могу! Какое же там было заклинание? Терминатор! Я остановился. Лотус Винг! Эй, что такое? Меня напугали! Ничего себе! Тай, ты в порядке? Да! Кто-то мог увидеть Тайю. Дисапир! Ух ты! Ты видел? Они пропали! Они исчезли! Опять вы видели, как это? Исчезли. Разве вы не обещали мне не покидать пределов школы? Но мы это не специально. Клянемся, скользкая лягушка появилась в небе и испугала меня. И все же обещание нарушено. Больше никаких занятий для вас. Сдай волшебную палочку. Держите. Стойте! Мы должны кое-что сказать. Броди, скажи, что ты сделал. Ну, я... В общем, я использовал волшебство, чтобы подшутить над Луной. Что ты сделал? Это так подло! Ну, я тебе задам! Я не знала, что Броди сыграл с тобой злую шутку. И извини. Держи. Спасибо! Но помните, покидать территорию школы запрещено. Это понятно? Конечно, понятно! Мне нужны хорошие новости. Вы нашли голубой автобус? Сегодня он наконец-то появился в городе. Правда? Поймайте его любой ценой. Обязательно, лорд Дио. Тайо боится летать. Если бы не шутка Броди, мы бы отлично справились. Но Мелоди тоже виновата. Запомни мои слова. В один прекрасный день я их обоих проучу. Конечно, ты же будешь лучшей колдуньей на свете. Спасибо тебе, Тайо. Вот только что мне сделать, чтобы хорошо учиться? Тренировка, глупышка.
Хочешь, начнем сегодня после уроков? Хорошая мысль! И начнем мы, конечно, с полетов. Начнем с полетов? Мы сейчас разобьемся! Но полеты — это слишком страшно. Что такое, Таю? Ладно. Вообще-то я подумал, что... Таю, иди сюда! Хорошо. Ух ты! Ух ты! Луна, а что это? Это объявление о состязании. Учительница! Состязание покажет, кто из учеников лучший в магии. Знаю! И победитель получит волшебный кулон! Да, ты выучила урок. Волшебный кулон? А что он делает? Он делает твою силу во много раз больше, и ты становишься сильным магом. Ух ты! Как здорово! Таю, давай победим в состязании и получим этот кулон! Будет здорово! Но сначала вы должны найти медаль, чтобы участвовать. О, ну да! А это что? Похоже, Проди и Мелоди уже нашли первую медаль. Их всего 10, так что поспешите. А, ясно! Пойдем найдем эту медаль! Да, идем! Так, ну что? Может быть, здесь? Ай, нет. Там нет медали. Посмотрим здесь. Эйрас! Это медаль! Отлично! Я нашел! Я в тебя верю! Идем скорей! Хорошо! Вот везучие! Так, хватит! Следующая медаль моя! Луна, ну что, ты нашла? Нет, тут только кусты и трава. Я нашла! Я тоже! Ну, а мы не можем найти. Таю! Там что-нибудь есть? Нет, нет здесь медалей. Луна, я застрял! Анлок Айра! О, открыто! Итак, осталась всего одна медаль. Поторопитесь! Скорее! Что же нам делать? Где же может быть эта последняя медаль? А вон там мы еще не смотрели. Таю, давай поищем на крыше. Надо взлететь? Да нет, медаль не может быть там. Но все же надо проверить. Эйрос! Ой, подожди! Стой! Опусти меня вниз! Сейчас же! Что? Ладно. Что такое? Ты не можешь так использовать магию без предупреждения. Но у нас нет времени. Надо найти медаль. Вообще-то, после того случая с падением, я очень боюсь снова летать. Боишься? Но здесь нечего бояться. Послушай, не бойся, ведь нет медали, значит, нет состязания. Это состязание так важно для тебя, да? Конечно, важно! Если мы победим, мы сможем... Ты думаешь только о себе, поэтому ты и осталась без напарника. Что? Что ж, мне не нужен напарник, который не может летать. Ну, а мне не нужна ведьма, которая думает только о себе.
Они снова исчезли. Куда они могли деться? Если они доберутся до солнечного камня, то что нам делать? Мы дадим им отпор с лунным камнем. Это единственное, что нам сможет помочь. Но мы никак не должны этого допустить. Поэтому ты должен продолжать поиски. Да, конечно. Этот Тайо предатель. Где же последняя медаль? О, я здесь еще не была. Может, последняя медаль там? Стоять! А? Ты не можешь туда пойти. В эту комнату проход закрыт. А, правда? Я не знала. Там опасно, туда нельзя. Бизи-бизи. Да ладно, что там может быть опасного? Так... Ух ты! Большая статуя! Тут немного страшно. Найду медаль и сразу назад. Ее волнует только это состязание. Тайо! Азура, привет! Как дела? Вы нашли медаль? Еще нет. Нам не очень повезло. Понятно. Вы, наверное, расстроились. Я знаю, Луна так хотела участвовать. Это точно. Видимо, хотела потом похвастаться перед друзьями. Что? Луна сказала, что хочет этого ради тебя, Тайо. Она так сказала? Она хотела кулон, чтобы ее магия стала сильнее. И она могла помочь тебе спасти твоих друзей. Что? Так вот почему. Азура, мне пора. Пока. Счастливо. Кто войдет без разрешения, тот никогда не выйдет. Ой, стой, отойди. Стой! Луна, ты в порядке? Таю! Кто войдет без разрешения, тот никогда не выйдет. Присмотри! О, нет! Я рад, что ты в порядке. Слушай, но ты вроде боишься летать. И правда. Я так хотел тебя спасти, что совсем забыл про свои страхи. Правда? Здорово! Ой! Тайо, смотри, там на крыше что-то блестит. Да, давай-ка проверим. Это что? Это медаль! Прошу! Ура! Ура! Мы нашли медаль! И она была на крыше. Ты была права, Луна. Тайо, я не должна была колдовать, не предупредив. Прости. Не извиняйся, я тебе благодарен.
Да? За что? Ты так трудилась целый день, потому что хотела помочь мне спасти друзей. Это меньшее, что я могу для моего волшебного напарника. Спасибо тебе. Таю, с завтрашнего дня тренируемся еще больше. Еще больше? Нет! Состязание волшебников, часть первая. Добро пожаловать на ежегодное состязание. В этом году у нас 10 достойнейших команд. Команда-победитель получит этот волшебный кулон. Таю, ты готов? Да, мы победим, а потом спасем моих друзей. Уверен, вы вылетите первыми. Нет, это вы вылетите. Правда? Надеюсь, все вы постараетесь на славу. Итак, состязание начинается. И первый конкурс – выйти из лабиринта. Команды должны выбраться из лабиринта, пока не истекло время. Заклинания для полетов запрещены. В лабиринте ловушки. Осторожно. Итак, первая команда вперед! Интересно, что там в лабиринте? Что бы там ни было, мы справимся! Нет, первая команда не справилась и выбыла. О, лабиринт сложный. О, куда же идти? Команда 7. Жаль, но ваше время вышло. Но мы же почти его прошли. Мы прошли! Молодцы, команда 8. Следующий у нас – это Проди и Мелоди. Проди, эй, твоя очередь! А? Что такое? Ладно, я иду. Кажется, он что-то задумал. Итак, время пошло. Надеюсь, их исключат. Не говори так. Мы же хотим победить по-честному. Ты прав, и мы точно победим. Доверься мне, я же автобус и легко найду верную дорогу. Ура! Так, есть! Это невероятно! Проди и Мелоди сейчас установили новый рекорд. Не может быть! Как это они так быстро вышли? И, наконец, Луна и Тая, ваш выход! Тая, сделаем это! Готовы? Вперед! Быстрей, Тая! Хорошо! Тая, бежим назад! Мы в ловушке! Поторопись, Луна, надо что-то делать! Таю, открой дверь! Ладно! Минимус! Супер идея, Луна! Максимус! Думаешь, нам сюда?
Хорошо. А это что? Еще одна ловушка? Откуда ты знала? Там была нарисована звезда. Это было странно. Ты молодец, Луна. Ладно, вперед! У нас получается. Мы можем быть первыми. Что же нам делать? Попробуем так. Спайди! Выход должен быть рядом. Смотри, мост. Выход там. Тогда бежим. О, нет! Этот мост разведен. Но нам надо его перейти, чтобы выйти. Осталась всего одна минута. Что нам делать? У нас не осталось времени. Луна, садись быстрей. Ладно. И какой план? Мой план – не сдаваться. Осталось 30 секунд. Луна, держись! О, на что я приземлился? Мост не был разведен, он просто невидимый. 10 секунд. Десять, надо спешить! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! И да, Тая и Луна проходят в следующий тур! Молодец! Что? Вы до сих пор не нашли этот автобус? Мне очень жаль, лорд. Серый. Ты меня разочаровываешь. Я прошу, дайте мне еще шанс. У меня есть новый план. Какой? Я найду для вас лунный камень. Лунный камень? Но его же защищает Карли. Да, но не волнуйтесь, у меня есть план. Ладно, это твой последний шанс. Да, я вас не подведу. А сейчас мы начинаем второй тур! Во втором туре нужно собрать флаги. Первые две команды победителя пройдут в финальный тур. Готовы? Начали! Флаги поддельные, только два настоящих, так что будьте внимательны. А почему вы не сказали этого сразу? Команда Проди забирает первый флаг и выходит в финал. И Проди снова первый. Что-то тут нечисто. И остался всего один флаг. Надо скорее найти настоящий флаг. Я его нашла. Где же он? Вот же он! Эй, Луна, хватай этот флаг! Ладно! Куда же он делся? Эй, отдай его, это мой флаг! Тебе надо быть быстрее, ты медленная! Что? Как ты смеешь? У тебя уже есть флаг, отдай нам этот! Если хочешь его, поймай! О, нет! Это настоящий флаг! Ну, с дороги!
на месте. Ура! И вот теперь у нас есть два финалиста. Интересно, кто же из них получит волшебный кулон? А теперь мы начинаем третий тур состязаний. Состязание волшебников, часть вторая. Внимание, сюда! Сэр! Мы наконец-то выяснили, где злые ведьмы и маги. Я хочу, чтобы вы их арестовали. Вперед! Да, сэр! Иди в школу магии и приведи Карли сюда. Есть! Капитан! Что это такое? Огненный дракон. Волшебное существо из древних легенд. Последнее испытание. Раздобыть волшебный кулон. Команда, которая снимет его с дракона, победит. Готовы? Тогда мы начинаем! Вы сможете, давайте! Мастер Карли! У вас все получится! Есть новости. Мы нашли злых магов и ведьм. Вы нашли их? Если вы не против, капитан послал меня за вами. Ничего, если вы поедете сами. Да. Ты старший, Бат. Следи за школой, пока меня нет. Поехали. Мэм! Забрать у него кулон! Что же еще? Луна! Эйрос! Вперед! Посмотрим, что у вас выйдет! Вон кулон! Приблизиться. Теперь наша очередь. Сначала Торнавайт. Ноги индейки. Нечестно! Мы здесь! Давай, поиграем! Ну, отлично! Да что с ним такое? Это его изъян. Две головы не всегда лучше одной.
Осторожно, что? Где Грей? Я его не вижу. Он будет через минуту. Тизеро! Что ты делаешь? Нормали ретурна! Ты обманул меня. Ты наконец-то догадалась. Скажи мне, где Грей? Он в школе магии. Крадет твой лунный камень. Лунный камень? О, нет! Карабам, карадим, анвелиум! Теперь лунный камень принадлежит лорду. А как же магический кулон? Это наш шанс! Мы должны забрать его! Нет! Мелоди! Эвадиум! Мелоди, скорее, держись! Броди! Ты в порядке? Шилд Фензиум! Броди, давай, вставай! Ты не можешь сдаться! Броди! Твоя палочка, держи! Вперед! Мелоди, ты как? Я думаю, я смогу ехать. Да. Состязание начнется сейчас. О, да. Вперед. Вижу кулон! Еще немного ближе! Я взял! Поздравляем! Победили Продди и Мелоди! Наши победители – Броди и Мелоди. Мы были близко. Я так хотел выиграть. Для меня так и есть. О? Ты только учишься, но уже такой молодец. Ты должен гордиться собой, Тайо. Спасибо, Луна. Простите. Но я не заслуживаю волшебный кулон. Что? Что такое? Не заслуживаешь? Не может быть.
Просто я случайно узнал план состязания. Ой, дела, дела. О, это же план. Проди, твоя очередь. Что ты делаешь? Ты меня напугала. Ладно, я иду, иду. Слабое место огненного дракона. Ага! Так что этот кулон мне не принадлежит. Тая, Луна. Этот кулон принадлежит тебе по праву. Проди! Злодей! Маленькие автобусы снова вместе! Смотрите, видите? Злые волшебники здесь! Я принес лунный камень, мой лорд. А что Грей здесь делает? Наверное, он один из злодеев. Что? О, нет! Это же лунный камень! Инфузиум! Властитель мира магии теперь я. Лэйзис! Не смей вредить ученикам! Карли, ты думаешь, что можешь остановить меня? Мага Блэйзис! Шил дефенсиум! Шил дефенсиум! Карли, ты в порядке? Да. Тайо! Ты должен защитить солнечный камень скорее! Но вы не справитесь одни! Мы поможем вам! Оставьте злодеев нам! Найдите другие автобусы! Да, мы сделаем это! Можете на нас рассчитывать! Мы не подведем! Скорее! Ты слышал новости? Какие новости? Наконец-то лорд Дио завладел лунным камнем. А? Правда? Это значит, что он теперь правит миром магии? Именно так. Весь мир теперь наш. Ладно, мне пора к лорду. А ты остаешься их охранять. О, постой! Не хочу я никого охранять в такой момент! Если плохие ребята завладели миром магии, то что теперь будет с нами? Мы будем сидеть здесь вечно! Дайте подумать! Точно! У меня есть идея! Учительница, думаешь, она в порядке? Луна, не волнуйся. Надо найти автобусы, как сказала Карли.
Да, ты прав. Когда мы найдем солнечный камень, мы отомстим злодеям. Да! Но, Луна, где же мы будем искать моих друзей? Я думаю, у злодеев есть секретный проход. Ах, вот вы где! Теперь вам не уйти! Что же нам делать? Не подходите к нам! Дио будет рад. Мы нашли автобус. Взять его! Присменти! Как это получилось? Луна, смотри, твой волшебный кулон светится! Значит, он помогает! Ну, кто следующий? Она всего лишь ребенок! Взять их! Роли-поли! Бежим! Они убежали! Ты молодчина, Луна! Что это там за свет? Сейчас узнаем! Он исчез! А куда делись эти машины? Они просто исчезли! Наверное, это их секретный проход. Давай туда пойдем. Может, там я найду своих друзей. Подожди! Что? Если они нас видели, то могут поймать. Да, ты права. И что же нам делать? Мы пойдем инкогнито! Ух ты! Это так круто! Я теперь похож на злодея! Да, и нас теперь не поймают. Идем! Ух ты! Это замок. Наверное, в нем живут злодеи. Да уж, здесь страшновато. Идем, надо найти моих друзей. Да. Сюда идут. Ведем себя естественно. Скорее. Эй, вы! Стоять! Вы не в курсе, что все должны отправиться к лорду? Почему не выполняете приказ? Нас послали к маленьким автобусам. К маленьким автобусам? Вы будете охранять подземную тюрьму. Точно! Нам приказали не спускать с них глаз, чтобы они не убежали. Я как раз беспокоилась, что там маловато охраны. Тогда отправляйтесь. Пока! Ой, мой животик! Он так болит! Робин, что с тобой случилось? Да, ты заболел? В чем дело? У меня ужасно болит живот. О, нет, больно. О, боже, наверное, ему очень-очень больно. Да, помогите ему. Ну ладно, подождите. Пожалуйста. Что это за запах? Это сработало! Ребята, выходите! Роги, ты молодец! Едем отсюда! Простите, сэр!
нам теперь идти? Ага, да уж, понятия не имею. В каждом из твоих друзей часть солнечного камня. Если я скажу заклинание на поиск камня, то я смогу найти твоих друзей. Это супер идея. Ладно. Карабакарадим Анвелиум! Думаю, нам надо идти за ним. Скорее! Садись! Мне страшно. А что, если мы опять наткнемся на злодеев? Это будет плохо. Да ладно, тут нечего бояться. Предоставьте их мне. Роги, ты из нас самый смелый. Но мне все равно страшно. Привет, ребята. Это один из злодеев. Скорее бежим. Ребята, это же я, Таю, ваш друг. Что? Ты наш друг Таю? Нормали ретурно! Я Таю! Таю! Таю? Это правда ты? Таю! Я так рад вас найти. Я уже думал, что мы никогда не увидимся. Я так по тебе скучала! Я тоже! Таю! Я знал, что ты нас найдешь! Ты трусишка! Как ты мог нас бросить? И правда! Особенно, когда Тая все время искал нас, чтобы спасти! Простите! Ребята, но теперь-то мы больше никогда не расстанемся! Никогда! Это точно! Неприятности в волшебном мире. Волшебный мир теперь наш. Это точно. Не может быть! Подождите! Я напугала вас, простите! Ну что такое? Вы можете рассказать, что произошло? А ты не знаешь? Пришли злодеи и забрали всех добрых волшебников. Что? А как же... А школа магии? Что с ней стало? Всех учителей и студентов посадили в тюрьму. Посадили в тюрьму? Да, так что пока вас не заметили злодеи, лучше спрячьтесь. Это плохо. Мне страшно. Учителя и мои друзья. Луна! У нас есть солнечный камень, значит, мы можем спасти их. Ты прав. Давайте же скорее спасем их. Да. Но ведь злые ведьмы и маги, наверное, сейчас охраняют школу. Как же мы туда попадем? У меня есть идея. Идите внутрь. Осторожнее. Мусор. Злодеи, вам это с рук не сойдет. Ты мне уже надоел. Станайс! О, нет! Будете бунтовать, я всех вас превращу в камни. Защитница волшебного мира, великая волшебница Карли, беспомощно сидит за решеткой.
Кто ты такой? Хватит прятаться за маской. Открой свое лицо. Ты уверена? Иногда незнание спасает. Чего же ты хочешь? Когда солнечный камень будет у меня, и волшебный мир, и мир людей будут в моей власти. Знаешь, ты можешь присоединиться ко мне, Карли. Ну уж нет, никогда в жизни. Ну тогда ты будешь смотреть, как рушится твой мир из-за решетки. Привет! Стой, как? Привет, ребята! Нет, автобусы сбежали из тюрьмы! Поймаем их! Блэзерс! Я не понимаю, как? Что такое? А мы обманули вас! Ты был прав! Магия клонирования работает! Вперед, ребята! Да! Ура! Мы до вас еще доберемся! А ну стой! Назад! Я займусь ими! При смерти! Минимус! Стикири! Я прилипла! Это было круто, Луна! Надо спешить! Да! Это Грей, сэр. Ну что там? Служба защиты теперь тоже сидит в тюрьме. Правда? Значит, теперь никто не стоит у меня на пути. Таю, Луна. У них получилось. Что это за звук? Это всего лишь игрушка. Что происходит? Надо разделиться! Не поймаешь! Не уйдешь! Поймала! Пусти меня! Пусти! Максимус! Давай, Джонни! Хорошо! Ну, наконец-то! Луна! Ты в порядке? Я беспокоился! Возьми свою палочку, Броди!
Хорошо. А вот моя! Я нашел ее! Тогда выберемся отсюда. Да! Да! О, нет. Они снова вместе. Грей, надо их встретить. Есть, лорд Дион. О, пожалуйста, будьте осторожны. Быстрее, ребята, сюда. Так, скорее, скорее, через большие ворота. Торопитесь! Броди, где учительница? В моем кабинете. Луна, мы поедем и заберем ее. Это ненадолго. Осторожно. Не волнуйся, вперед! А ты далеко зашла. Я впечатлен. Присмейки! Ты зара! Луна! Забрать солнечный камень проще, чем я думал. Экстрактиум! Верни его! Преклонитесь перед новым властителем мира! Что нам делать? Я ни перед кем не преклоняюсь. Я знаю тебя. Карли и прошлое лорда. Луна! Антазера! Все в порядке? Я тебя знаю. Доминик? Вы его знаете? Много лет назад он был моим студентом. Школа магии ничуть не изменилась. Давай сделаем это в другом месте. Я не хочу навредить студентам. С каких это пор тебя заботят студенты? Ладно, но место выбираю я. Учительница! Нет, мы с вами разберемся. Удивлена? Ты отвергла меня, а я стал талантливым и могущественным магом. Я никогда не отвергала тебя, Доминик. Память, видно, подводит тебя. А вот я помню все очень хорошо. А?
Такое заклинание ускоряет рост растений. Я стану великим волшебником, как моя учительница Карли. Ну что, попробуем потренироваться? Да! Расти вверх! Ничего, если больше тренироваться, то все у вас получится. Да, мэм. Мои способности были выше, чем у остальных. Расти вверх! Смотрите, учительница, у меня получилось выше всех! Доминик, мы учим магию не для хвастовства. Ну да. Но я ни разу не получил похвалы. И Спаркаус! Подождите, со временем и вы научитесь. Но зачем ждать, если я могу сейчас? Спаркаус! Смотри, у него Доминик, зачем ты используешь заклинание, которое еще не учил? Магия для новичков слишком скучна. Я хочу мощные заклинания. Ты еще не готов. Сначала надо выучить основы. Это же важно. Да, простите, мэм. Здорово! Я выиграю состязание, и учительница признает мои способности. Начинаем финальный тур! Если заберем этот кулон, то мы победим. Ты будешь отвлекать дракона, а я достану кулон. Доминик, а если дракон нападет на нас? Не волнуйся. Если он нападет, то я тебя спасу. Ладно, я тебе доверяю. Доминик, помоги! Что же делать? Доминик, скорее! Я помогу, как только возьму кулон! Помоги, Доминик! И кулон мой! Нет! Ты меня очень разочаровал. Как ты мог выбрать кулон, а не напарника? Ты наказан. Палочку. А что? Доминик. Держите. Иди в свою комнату. Да. Ты отстранен от занятий, пока я не разрешу. Мне не нужны учителя и школа! Я могу сам! В тот день я решил, что стану великим магом, которого никто не отвергнет. Как ты себя чувствуешь, видя, что я стал таким могущественным? Все, что я делала, было для твоего блага. Хватит уже оправданий! Что нам делать? Дело плохо. Мы же в меньшинстве. Не волнуйся. Будем драться вместе. Да. Я с вами. И мы. Да. Джани, ты готова побороться? Да. Спасибо. Спасибо вам всем. Вперед! Вылетаем! Турнадой! Глупец! Я!
Ой, ай! Айси фриз! Если мы не маги, то как мы можем помочь? Попробуем сделать, что можем! Хорошо! А ну, стой! И... Стой! Стой! Блейзис! Ой-ой! Тайо, лети вон к той колонне прямо! Да, нет проблем! И Спайди! Стормфайер! Рикошет! Что ж ты хороша, но мне ты все равно не ровня. Я! Молодец, Тая! Пора покончить с тобой! Они сильнее, чем я думала! Ух вы! Луна! Берегись! Проди! Проди, ты в порядке? Прошу, вставай, Проди! Открой глаза! Хватит! Пора остановиться! Нет! Луна! Это свет! Неважно как! Я защищу своих друзей! Схватить эту девчонку! Нет! Ну вот, моя очередь отвергнуть тебя. Эксепелио. Что это? Как они могли выжить? Карли! Учительница! Луна? Последняя битва. Среди новичков есть ученик, который обладает исключительными способностями. Правда? Где же он? А, вот и он. Что? Ты умеешь превращать? Вон тот мальчик. Ну да, превращать я умею с самого детства. Будь ему хорошим учителем, Карли. Да, конечно, учитель. Но зачем ждать, если я могу сейчас? Спарклс! Ха-ха-ха!
магия для новичков слишком скучная. Я хочу мощное заклинание. Ты еще не готов. Сначала нужно выучить основы, это же важно. Да, простите, мэм. И вне классов никакой магии. А, что? На ошибках учатся. Думай, когда использовать магию, а когда нет. Да, мэм. Карли, ты не думаешь, что слишком строга к Доминику? Доминик может быть одарен как маг, но ему не хватает рассудительности. Без этого он никогда не станет великим. Команда Доминика в опасности! Доминик, помоги мне! Что же делать? Доминик, скорее! Я помогу, когда достану кулон! И... кулон мой! Доминик! Как ты мог выбрать кулон, а не напарника? Ты наказан. Палочку. Что? Но... Доминик? Держите. Иди в свою комнату. Хорошо. И никаких занятий магией, пока я не разрешу. Один лишь талант не сделает тебя великим магом. Как мне объяснить это Доминику? Карли! Доминик только что сбежал из школы. Что? Доминик! 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 Доминик. Вы в порядке? Нормально. Луна! Оставь моих друзей в покое! Какая отважная девочка! Я серьезно! Ты гадкая коротышка! Невероятно! Я сказала, хватит! Ну уж нет. Получай! Помоги, прошу тебя. Вот, хватайся. Так наивно. Прощайся со своими надоедливыми друзьями. О, нет! Тайо! Луна! Эй, злодей! Не трогай моих друзей! Автобусы из мира людей! Да что вы мне можете сделать? Ты прав, мы автобусы. Наша работа — перевозить пассажиров. Мы приехали! Выходите осторожно! Скорей!
Мы все здесь, чтобы помочь вам, чем сможем. Но как? Вы все здесь? Мы команда! Вы думаете, третьесортные волшебники смогут победить меня? А так! Наивные, не забывайте, кто владеет обоими камнями! Он такой сильный! Я теряю силу! Что нам делать? Еще немного! Не сдавайтесь! Я чувствую усталость! Луна! Даю! Я не смогла защитить тебя! Прости! Важно быть одним целым с напарником. Будь моим напарником в школе магии. Если изучишь магию, то сможешь спасти своих друзей. Все мои друзья страдают. Хватит, это должно прекратиться. Доминик! Учительница Карли! Скажите, а какой вид магии самый лучший в мире? Та, которая помогает не тебе, а другим. Это лучшая магия в мире. Думаете, я смогу освоить эту магию? Конечно, сможешь. Пора вернуть солнечный камень на место. Пора! Все замерло. Пока нас не было, время встало. Не бойтесь, когда вернут солнечный камень, все станет как обычно. Аракана, Аракана, Саладиум. Теперь все стало как обычно. Я так этому рада. Да! Тайо! Луна, теперь я вернулся в обычный мир, и у тебя нет напарника. Как же ты будешь? Слушай, я ведьма, которая спасла волшебный мир. У меня будет куча кандидатов в напарники. И правда. Вот только ты же будешь меня иногда навещать. Да. Я обещаю! Ура! Мы вернулись! Анна, привет! Мы так по тебе соскучились! Да! Да что с вами такое? Вас не было совсем недолго. Ты не представляешь, как мы соскучились даже по нашему гаражу! Это правда!
вы какие-то странные. Ребята, вы что, попали в неприятности? Нет, ты что? Мы просто по тебе соскучились. Роги, когда ты последний раз мылся? В мойку сейчас же! Что? Не хочу! Ты что, не скучала по мне? А почему? Перестань, иди мыться! Немедленно!